подумали, что я сплю. А я-то на самом деле уже давно проснулся и хочу записать для вас ролик. А записывать я его решил вот прям вот сразу, с самого начала дня. В общем, сниму сегодня вам мой день в деревне. Будет очень весело, у нас сегодня много планов. Ой, как же все-таки хорошо просыпаться рано в деревне. Вот вам не слышно, а я сейчас слышу пение птичек. Проснулся я вообще от кукареканья петуха. Но это не очень круто, это даже страшно немножко. Вот. Ну а мне бы не помешало одеться. А вы тут сидите и смотрите на меня. А? Ну-ка быстро глаза закрыли. Оп. Ага, а вот теперь можете смотреть. Ай, какая красотища! Мне-то одежда по наследству от Гоши осталась. Тьфу, осталась, досталась. Следующий пункт – заправить постель. Готово. Зацените, как ровно. Еле уложила тут простынку одеяла. Ужас. А теперь идем умываться. Ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту-ру-ту-ту. Тин-тин-ти-тин, та-ра-ра-ра-ра-ра. Здравствуйте. Так, что у нас сегодня с погодкой? Ух, класс, отлично. На небе не облачко, даже позагорать получится. Боже мой, неужели я добрался до войны? Ну а теперь чистим зубки, умываемся и идем завтракать. Умываемся, так, ага, ня-ня-ня-ня. А теперь приступаем к завтраку. Сегодня у меня на завтрак вот такие печеньки и клубничка с огорода. И вкусненький домашний компотик. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита! Все, я покушал, теперь, наверное, пойду погуляю. Ну что ж, первое место, которое я решил посетить, это мои любимые качельки. Я обожаю тут сидеть, греться на солнышке. Ой, красота. Катание мы закончили, теперь я решил попрыгать по пенечкам и заодно на цветочки посмотреть. Ух ты, какие розовенькие, красивые. А тут посмотрите, какой шикарный куст с розочками. Они розовые и очень вкусно пахнут. Нюхайте. Понюхали? А теперь я. Ой, там кто-то ползет. Вот эта настырная пчела мешает мне снимать. Чуть не укусила меня уже. Ты где? Ну-ка иди сюда. Я слежу за вами. Отдых отдыхом, но работать все равно нужно. Поэтому я сейчас буду всякими хозяйственными делами в огороде заниматься. Галошки есть, лейка есть, тяпка тоже. Можно приступать. Эх, ладно, шучу. До этой священной обуви я еще не дорос. Когда я уже подрасту и смогу ходить в вас? Сопли в сторону, идем рыхлить. В моем распоряжении. Вот эта вот грядочка. Не вот эта, та подальше, с перчиком. Ну что ж, погнали. Фух, вот это я устал, закончил. Теперь небольшой перекус. Ну а теперь уроки от Валерки, как выжить в огороде и как тут найти еду. Начнем со смородины, и не простой, а красной. Казалось бы, чего тут может быть сложного, обычные ягодки. Но нет, некоторые из них еще не поспели. Есть можно только красные, пробуем. Они тоже еще не поспели. Дубль 2, вишня. Ну просто посмотрите на эти ягодки. Так и манят, чтобы их съели. Но перед тем, как есть вишню или черешню, нужно проверить наличие червячков. Да-да,
Эти страшные монстры постоянно так и сидят и ждут. А, муравей! Так вот, так и сидят и ждут, чтобы их съели, а потом они съедят ваши кишки, печень и доберутся до мозга. Ну а так не бойтесь, это просто ягодка. Ну а сейчас уровень сложности гиперсложный. Это клубника. Да-да, вы не ослышались. Именно клубника. Взгляните, сколько тут листочков, и не под каждым есть ягодка. Где же ты? Чтобы найти клубнику, надо быть очень ловким, заглядывать под каждый листочек. Ну а потом наслаждаться прекрасным вкусом. Тут нету. Эх, а это еще не поспело. И вот, спустя куча сил, вы сможете найти ее ягодку. На этом мои советы по выживанию в огороде закончены. Ну а теперь идем поливать, потому что мы полны сил. Ну что ж, я уже налил воду в леечку, поэтому могу приступать. Первым делом полью вот эти вот цветы. Обожаю поливать. Просто берешь водой вот так буль-буль-буль. Ой, нельзя, надо пониже. Теперь польем тебя. И про тебя не забудем. Отзырьте, какая чупакабра тут сидит. Это паук. Фу, шевелится. Я сейчас просто... Он прыгает. Это я вам снимать не буду. Мало ли он на меня прыгнет. Господи, какой ужас. Фух. Теперь заслуженный отдых. Так, что тут у нас? О, мороженка. По-моему, я заслужил это удовольствие. Ой, ну что, я доел свою мороженку, охладился просто прекрасно. Продолжаю лежать на диванчике. Ну что ж, я уже отдохнул и решил немножко поиграть в доме. Может быть, кого-то позову, например, рыжика, ежика или жужика. Мои планы немножечко прервались, так сказать. Я пришел покушать. Мне сегодня на ужин пюрешка, чебупелье и еще колбасонька. Посмотрим, влезет она в меня или нет. Ну, конечно же, священный компотик, а его я налью потом. Зырьте, какой мячик большой нашел. Короче, сейчас пойду позову рыжика и будем вместе с ним играть вот в этот мячик. Правда, если он для меня, мягко говоря, огромный, то для рыжика, который ростом, так сказать, не удался, он будет просто гигантским. Но ничего, мы справимся, еще в какие-нибудь штучки поиграем. В общем, веселуха-веселуха будет. Сейчас, ребят, буквально 5 минуток я пойду позову рыжика и вернусь. Вы тут постойте, никуда не уходите. Рыжик! 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 Где? Рыжик! Да куда ж ты делся, а? Рыжик! Хы, здорово! Рыжик, без обид. Ты что сделал? Сейчас будет месть. Ну, держись. Рыжик, ты что, псих, что ли? Нет, лови. Помогите! Пощады не будет. Ай! Рыжик, спокойно, держи себя в руках. Ладно, как я заигрался. И... Чем бы теперь еще заняться? О, хочешь свою тачку покажу? А у тебя что, тачка есть? Ну да. Давай. Личики. Да вообще крутая. Дашь погонять? Сейчас ветерком прокачу. Что-то я устал. Я тоже. Наверное, пора по домам. Ну все, пока, рыжик. Пока. Ничего себе, мы заигрались. Тут уже ночь полночь. Все уже спят, походу, темень. Ну ничего страшного. Сейчас немножко погуляю, спать пойду. Обалдеть, ребята, это жук-носорог, крутяк. Смотрите, какой у него носяра. Но он, походу, уже дохлый, его вон муравьи едят. Смотрите, а это наша собачка Никуша.
Привет! Ой, она вам привет помахала. Ты наша хорошая, ты наша любимая. Муа. Ника, Ника, посмотри в камеру. Ника, дай 5. Тынь. Кошмар. За калиткой тут на улице тоже. Только огни горят и все. Ни единой души на улице. Страшно, пойдемте отсюда. Кстати, а вы знали, что сегодня луны вообще нету на небе? Вот я его вам хотел снять, ее нету. Когда полнолуние, я так понимаю, наступает, она исчезает. Ее вообще нету, сейчас покажу, секундочку. Вот видите, с этой стороны неба и с той нигде нету. А это значит, что она исчезла. Я сейчас на часы посмотрела, вы знаете, сколько время вообще, а? Уже 11:30. А я тут на улице сижу, разговариваю с Никой. Чё-то как-то это, жутковато так поздно. Пойду, пожалуй, спать. Ребят, вы представляете, только я зашел, у нас дождь пошел. Вот вам, конечно, не видно, но надеюсь, будет слышно, вот послушайте. Обожаю этот звук, все, я спать. Ну, в принципе, осталось только снять одежду и лечь спать. Оп, все, я готов спать. Ой, моя любимая постелька. Всем спокойной ночи. Валера, хватит храпеть. А да-да, чё? Да, хорошо. А куда ж ты делся, Рыжик? Здорово! Так, да ты рано появился! Так, сейчас, минуточку, я позову Рыжика и приду. Рыжик! 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 А! Помогите! Пощады не будет! Помогите! Пощады не будет! Да что за... Помогите!